21 ноября на 86-м году жизни скончался Сергей Дмитриевич Великопольский, почетный гражданин города Муравленко и один из основателей Тюменского областного общественного фонда имени Виктора Ивановича Муравленко. На протяжении почти двух десятилетий Сергей Великопольский занимался увековечиванием памяти Виктора Муравленко, его соратников и первопроходцев Тюменского нефтегазового комплекса. Правление фонда под его руководством проводило последовательную работу по защите социальных прав пенсионеров-нефтяников, вело активную благотворительную и попечительскую деятельность с ветеранами нефтегазовой промышленности. Сергей Дмитриевич Великопольский не раз бывал в нашем городе. С первого шага, как мы только были в этом городе, мы нашли полное понимание того, что эта дружба, это сотрудничество должно начинать работать. И я думаю, что она вот на протяжении 15 лет принесла определенные плоды. Виктор Иванович – это производственник, трудом которого создан Тюменский нефтегазовый комплекс, который сегодня является ведущим в том, чтобы наша Россия не только экономически, но и в оборонном отношении была сильна. Сергей Дмитриевич Великопольский уделял особое внимание работе с молодежью. Десятки молодых талантов нефтегазовой и строительной отраслей в сфере науки и техники, культуры и искусства, спорта и журналистики стали лауреатами областной премии имени Муравленко. Сергей Дмитриевич награжден государственными наградами, почетными грамотами губернатора Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской областной думы благодарностью президента Российской Федерации. Ему присвоены звания «Почетный работник Минтопэнерго России», «Почетный нефтяник Тюменской области», «Заслуженный нефтегазостроитель», «Заслуженный работник Нижневартовскнефтегаз» и «Заслуженный работник Муравленковскнефть».